Всем привет! И сегодня мы с вами посмотрим такие элитные поселочки около берега реки и океана Эль-Пунталь и Сан-Мартин-дель-Мар. Вот это вышли, сейчас утро, так скажем, дети в школе, ну а мы погулять, поснимать, воспользовавшись родительской свободой. Вот это порт Эль-Пунталь. Такие вот цветочки здесь идут. В целом это идет курортная зона. Ну тут, кстати, я и рыбу ловлю, все никак вам ролик за рыбалку не доснимаю. Но может, пока вы этот увидите, я уже и тут раньше сниму, посмотрим. Вот. Курортная зона, тут и рыбу ловят, и отдыхает вон там океан, и уже соленый воздух идет сюда, вот пляж, река впадает, такая вот роща, ну и кафешки. Мы с вами сегодня посетим и Эль-Пунталь, и Сан-Мартин-дель-Мар, или Сан-Мартин. Тоже элитный поселок, они просто сливаются, он следующим идет. И в основном, конечно, они представлены виллами, участки, которые можно купить весьма достаточно, не по маленьким ценам, но это хорошие места, поэтому, соответственно, они стоят хорошо. Вот там уже океан, вон он, уже океан идет. Вот ветра дуют в основном зимой, если мы посмотрим, хотя они теплые, но они дуют с той стороны, то есть здесь вы, получается, вообще защищены и от ветров. В целом и от этого. Это один из немногих квартирных таких домов для отдыха. Сегодня на Идеалисте видел, там цена на одну упала. Была 100, по-моему, 5, стала 99. Ну или где-то в этом районе. То есть или 99, или 98. То есть, ну, примерно вот в этой паре. Поэтому. Ну а виллы, конечно, стоят весьма дорого. Вот там, естественно, от наполнения, от площади, от всего прочего. Ну и участки даже не так, чтобы сильно мало. Их, во-первых, не так много, но, в общем-то, тоже стоимость, так скажем, если сравнивать с другими, ну, не прям такая, не маленькая. Надо, конечно, все индивидуально. Тут есть участки, на которых можно построить больше, можно меньше построить, еще что-то. То есть очень много всякого рода нюансов. Тут, кстати, на каноэ или на байдарках плавают люди. Часто я прихожу вот порыбачить, вон там он, где порт, за портом. И вот, соответственно, они вот здесь вот плавают. Сейчас отлив. Тут, кстати, идет лицензия на морскую рыбалку действует. То есть идет прилив, точно так же действует в море и далеко туда. В общем, океан заходит. Вот он с той стороны. Сейчас подойдем к краю, я вам его сниму. Утро еще 11. Нет, он тоже. Не знаю, относится это к Пунталю или уже соседний идет. Соседняя деревушка, скорее всего, соседняя. Я так думаю. Ну, может и нет. Вон Пунталь получается. И вот дальше. Вон там рыбак осуществляет свой промысел на удочку. Там большой пляж Родилис. Есть ролик на канале. Ну и вот река впадает в океан. Сейчас отлив. Сейчас отлив. Вот здесь видите, это все ближе к вечеру, ночи будет водой заполнено. Вот смотрите, это пляж. Только сейчас отлив. 11 часов утра. Вот, соответственно, вот до сюда, вот тут прям видно, до сюда вода доходит. Ну и, соответственно, можно купаться во время прилива. Ну вот,
река. Ну и эвкалиптовая роща. Вон около домов, около той многоэтажечки. И такая вот зона отдыха. К слову о погодке, октябрь месяц. Вот вы сами, в общем-то, прекрасно видите. Такой вот север с дождями постоянными, да, с холодом, еще там с чем, ну и со многими другими стереотипами. Ну вот, ребята, на канове в Евисиосе, кстати, весьма такая школа гребли. На каноэ часто проводятся соревнования. Ну и вот ребята гребут. Тоже когда рыбачу, постоянно их вижу. Ну не именно этих, а в целом гребцов. Кафешка. Ну и вон кораблики. Лодки. Туда дальше есть частные, видимо, которые рядом с домами. Вот. Рыбу ловят. Ну, может быть, и кто-то просто катается. Мандарины. Поднимаемся наверх. Вот эти цветочки мне нравятся, но они уже отцветают. Фиолетовые радовали нас. Вот тут я, вон там рыбачу, на том вон пирсе. Но тут тоже вода, видите, как отступает. К слову сказать, вот от Виевисиосы Эль-Пунталь находится в 7 километрах. Тасонес, мы снимали, это рыбацкая деревенька, она прямо на берегу океана, в 5 километрах, если так идти, вот, или ехать. Вот, вот так. Ну, до Хихона, получается, тут дорога идет в середине между Виевисиосой и вот и Эль-Пунталем, то есть, ну, приблизительно километров 20 с копейками, может 21-22 километра будет до Хихона отсюда. Ну вот вы видите, где лодки. Где лодки частные, я так думаю. Вон домик. Лодки. Ну сейчас отлив, соответственно, воды здесь нет, а так. Так думаю, кому надо, плавает, рыбу ловит. Вот они. Астурийские лимоны. Ну и такие вот домики идут практически на берегу реки, рядышком океан. Ну и сзади них, вон, видите, горы, лес. А вот это киви. Ну а вот авокадо, грецкий орех. Ну, в общем, Астурия, земля благодатная, растет все, наверное, практически.
пальмы. Инжир. Ну а тут яблочки. Яблочки более традиционно. Яблоки, груши. Ну а вот тут колодецы такие вот. Видно, для полива фиолетовые строчки. Ну либо еще для чего-то. Вода вон с электронасосом идет. Сан-Мартин или Сан-Мартин Дель-Мар. Заканчивается Эль-Пунталь и начинается Сан-Мартин Дель-Мар. Они фактически сливаются. Мы сейчас идем по над дорогой, но можно вон туда вглубь зайти. Сейчас чуть зайдем, глянем, ну просто смысл там, в общем-то, виллы идут. Виллы, домики. Вот увидите, части снимаю. Это, видно, любитель пальм насадил. Вот огородик. Перчик, помидорчики. Там вон хозяева слышно управляются. Я думаю, вы тоже слышите. Ну, в общем, несмотря на то, что виллы, не виллы, многие сами свои работы вполне выполняют. Вот виноградик. Не буду прям совсем близко снимать. Скажут, полез к нам в огород, товарищ. Вот сейчас сниму вот этот момент тоже. Вот, видите, да, такая, такой лесок идет. Вот, чтобы видно было понятно примерно, какая красота здесь. Вот тоже домик. Ну, как я уже и сказал, здесь стоимость вилл весьма большая. Но она, в принципе, наверное, сами, если виллы брать новые, они везде будут недешевы. Участки тоже. То есть, учитывая близость, так скажем. Ну, конечно, индивидуально надо смотреть. Кого вдруг интересует, пишите. Ну, а так смотрите, в том числе, на идеалисте. Ну, вот продается... Кстати сказать, домик с бассейном. Вот он расположен напротив. Вон река идет. Ну а здесь, видимо, ручей какой, когда дожди или еще что-то. Ну, вот. Недавно ходил, не было. Номер, кстати, сотовый идет. Мы углубляемся в Сан-Мартин. Вот видите, тут может водой заполняться во время приливов. Но вот выше идут уже разные домики. Ну и сейчас поднимемся, чуть посмотрим. Он небольшой, небольшой поселочек, как и Эль-Пунталь. Идем дальше. Лавровый лист. Ну, напротив такой вот участок. Там дорога идет. Ну, а здесь дальше идут виллы, домики. Вон, слышите, козленок, наверное. Сейчас мы с вами пойдем к церкви Сан-Мартин Дель-Мар, к этому приходу.
Но вот здесь новая стройка. Новая стройка, новый дом заливают. Вот электричество. Ну, будет вот с таким вот видом. Вот мы выходим вот сюда. Тут уже идет у нас лесок такой. Ну и круговая дорога. Сейчас я вам покажу виды. Тут, правда, ну, видовое получается чуть больше ветерка. Вон река идет. Ну и вот он, поселочек Сан-Мартин-дель-Мар. Такие вот, такой вот домик, вернее, просто у него несколько входов. Ну и будем мы уже выходить в сторону дороги. Зашли внутрь, посмотрели, поговорили с местным жителем. В общем, рассказал нам, как здесь хорошо. Я с ним согласился, но надо двигать в сторону дома. Ну и вот вышли мы из Сан-Мартин-дель-Мар. Посмотрели мы сегодня с вами два таких курортных, весьма недешевых, я бы даже сказал, дорогих достаточно для района поселка. Это Эль-Пунталь и Сан-Мартин-дель-Мар. Посмотрели, как устроены они, то есть в основном виллы. Вот, есть одна, может быть, две многоэтажки около моря. Посмотрели пляж, реку. Вот мы стоим как раз около частного клуба, нет, клуба отдыхов. Вот тоже, соответственно, тут много таких туристических мест. В любом случае, надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока.